Приехали в каньон Паладуро, это их национальный парк. Мы здесь уже были, мы видели эти видео. Сейчас он пошел оплачивать наш вход. $5 за каждого стоит вход. Мы поедем смотреть этот павильон, который мы выбрали для нашей свадьбы. Я тут хотела показать симпатичный этот административный этот домик. Вот он из таких там камушков. Решили праздновать в Паладуро в национальном парке. Но нет у них здесь больше таких особых достопримечательностей, где бы это было красиво на открытом воздухе. Если погода будет хорошая, то будем снаружи в павильоне. Если чего, снег. Там вон он, где лонгхорнс, эти бычки ихние, которые с длинными рогами. Это у них команда баскетбольная. Баскетбольный вроде бы, ну да, так называется тоже. То есть это как символ Техаса. Longhorns. Вон он топает. Такой красавчик с длинными рогами. И кто ж то тебе рога наставил-то? Вон дяденька их фотографирует. Видно. Написано Техас Лонгхорнс. Ну если погода будет не очень, если заснежит, то сюда даже и проехать-то будет невозможно. Поэтому будем надеяться на подарки природы, что погодка нас порадует. И все пройдет благополучно.